Трусы. Это для тех, кто жестко люксует. Всем привет, это пацан. Главный по выживанию. И сегодня мы рассмотрим дополнительный люксовый пак на путешествие, который вы можете найти в магазине Squat, а также на сайте. Выбрать более обширное и то, что вам более подходит. Но это именно мой выбор. Если бы я люксовал, я бы выбрал такой пак. Итак, начнем. Первое – это рюкзак. Всегда начинаем с рюкзака, чтобы знать, какой объем, что можно поместить. Вот он, пикчер. Сразу видно, что он походный. Здесь специально для спины более утолщенная тема и более приятная, рифленая. Также здесь есть крепление и вот эти вот дополнительные вещи, чтобы рюкзак не болтался. Ну и снимал нагрузку со спины. Лямки тоже хорошие. Мне вот этим он и понравился. Также есть дополнительные из боков. Это чтобы цеплять палатки, спальники и дополнительные всякие вещи. Очень круто. Видно, что продумано для путешествий. Вот с боков еще дополнительные есть крепления. Тоже, чтобы присоединять, ну, какие-то дополнительные вещи там. Потому что в походе прям все горой, когда идешь, мало ли что может произойти. Внутри тоже тут достаточно специфичные карманчики вот такие. Они подойдут и для маленьких палок, для путешествия тоже нужно. Ну и всякие такие, именно специализированные для похода. Естественно, здесь есть такой же отсек, можно и поместить и ноутбук, и какую-то технику. Ну, удобно, фиксируется. И сбоку еще вот такой вот маленький кармашек. Тоже для каких-то вещей таких маленьких. Хороший рюкзак. Мне реально понравился. Если бы я люксовал, это был бы мой выбор. Так, с рюкзаком разобрались. Следующее, я взял вот такой вот флис. Тоже очень хороший. И облегает, чтобы он тебя ветром его не сдувало. И минимальное было пространство, чтобы комары не закусывали. И вот этот карман очень удобен. Положил что-нибудь лайтовое. И все, и не надо никуда лазить. Так что флис рулит. И согревает. Люксуем. Дальше. Что по люксу? Это для дождя. Такая ветровочка. То есть идешь во флисе, жарко. Можешь снять, надеть ветровочку. Ну и дождевичок. Я выбрал такой яркий из-за того, что если вы потеряетесь, чтобы вас было проще найти, всегда нужны какие-то яркие вещи. Если вы посмотрите на путешественников, на тех, кто залазит в горы, у них всегда яркие вещи. Это прям необходимо. Ну и плюс удобно. Здесь тоже есть кармашек передний. Бам, напихал. Все удобно. Здесь затягивается резиночкой. Все облегает тоже у тебя. Ну, все, короче, норм. Хорошая вещь здесь тоже затягивается. В общем, хорошая. Я бы себе такую притарил, если бы люксовал. Бомба. Дальше. Дополнительные паки. Что у нас идет? Это перчатки. Перчатки Докаин. Хоть сейчас лето, но в лесу намного холоднее. Если вы идете в горы, еще холоднее. И они необходимы, да, там, если разжигаем костры, еще что-нибудь происходит. Чтобы не портить руки и чтобы не было царапин. Хорошие перчатки, такие осенние. Потому что осень уже не за горами. Время путешествия еще есть. Это перчатки. Следующий пункт – это барсетка. Накинуть ее хоть так, хоть так. Тоже такие минимальные вещи. Какие-нибудь сюда напихал. Очень удобно. Тоже и с рюкзака все не вытаскивать. Не было лишних движений, все удобно. Бам, накинул, вытащил, что нужно, положил обратно. Это такой дополнительный пак. Так, ну если вы люксуете, то вот вам кружка от пацанов Sour. Поддержите и пацанов, и вам будет покомфортнее. Отдельно кружка, ее можно поставить как на костер, так и на горелку и подогреть. Чтобы, ну, термос часто остывает, да, например. И кружка тоже незаменима. Ну и плюс многофункционально там тоже набрал водички. Такая легонькая. Мне чем она понравилась? Она легкая.
Легкие вещи всегда в приоритете. Это покрушки. Дальше. Трусы. Это для тех, кто жестко люксует. Специальные трусы. Но пацаны делают бренд для путешествий. Я думаю, там технологии. Будь здоров. И все не будет потеть. Будет комфортно. Пикчер. Идем дальше. Это термуха. Термуха вещь вообще очень полезная и весит очень мало. Так что термоштаны вообще очень нужны. Вот я когда себе нарулил такие, вообще прям такой комфорт. Жарко, снял, все, идешь комфортно. Холодно, одел, быстро согрелся. Многие вот видели, даже ходят именно в термухе вот такой и сверху шорты. Потому что ты максимально свободен. И при этом она греет. Это термуха. Нижняя, вот термуха верхняя. Тоже хорошая, чтобы не продувало, особенно не продувало спину. И регулирует температуру. Очень часто термуха. Ты потеешь, бам, она срегулировала. Дышит, и все четко. Это по термухе. Туда и все написано, при какой температуре, как она работает. Так что это четенько. Дальше. Это ремень. Ремень вещь необходимая, и такой вот в виде стромплен тоже хороший. И не только на пояс, но и может пригодиться в путешествии, там, подзавязать всякие лишние вещи, там, ну, которые мешаются, бам, затянул. Также в рюкзаке, например, да, ты взял, затянул, там, перевязал. Так что это очень нужно. Что у нас еще осталось? Это носок. Ты надеваешь его, чтобы тебя шею не продувало, да? Очень нужно, потому что часто путешествуешь и ветра, то есть ты, да, начал восходить на гору, все норм. На горе продувает по-любому, и тоже тут написано, при какой температуре оптимально. Очень нужная вещь, реально. Вот кто пользовался, скажет, что реально нужно. Я вот тоже из личного опыта скажу, что, ну, помогает, очень сильно помогает. Пёсик! Что за дела вообще? Ты тоже в обзоре? Пожалуйста. Нормальная тема. И остался самый люкс, самый. На самом деле очень много солнечных мест. Ты прям идешь, и тебя слепит, ты не можешь идти. Если особенно без кепки еще подниматься. Вообще, и вот у нас остался люкс. Это фары. Но я выбрал с такой линзой, потому что они более солнечные. Ну, от солнца защищают, желтый. И даже мир сразу становится мягче. Вот я сейчас смотрю на солнце, и мне достаточно комфортно. Так, сразу солнечный луч ловишь. Так что очки, очки реально тема. Вот это был такой люкс-пак. С ним путешествовать прям вообще на комфорте. Как бы да, стоит денег, но у кого они есть, как бы не пожалеют. И это реально очень нужные вещи. Легкие, надежные. И я мечтаю о таких, честно мечтаю, потому что, ну, это того стоит. Ты двигаешься на комфорте, тебе все удобно при любых условиях, то есть и в жару, и в холод. Вообще бомба просто. Так что с вами был пацан. Подписывайтесь на канал Squad. Такая вот движуха. Если хотите, еще мой зачекать канал, вы вообще прозреете. Что, еще что-то переснять?